Ребята, всем привет! Всем привет! Мы на канале Экистория. Сегодня мы будем делать «Не было или было». Было или не было. Сначала хочу кое-что сказать. Наш канал набрал 7000 подписчиков. А это значит, что мы будем делать... Розыгрыш! Завтра мы пойдем купим приз, и в понедельник сделаем видео с правилами розыгрыша. Так что обязательно смотрите. Итак, было или не было? Объясняю, как это работает. Вы нам задали много вопросиков. Я выбрала 19. А у нас не работает принтер почему-то сегодня. Никак не получается напечатать. Поэтому я буду читать вопросики. И мы все, там некоторые вопросы для девочек, некоторые для меня. Некоторые. С папой. Ну, папы нету, но я могу за него ответить, если что. И... посмотрим, как это пройдет. Поехали. Итак, где эти вопросики? Угу. Первый вопрос. Было ли когда-нибудь, что вы не хотели идти в школу? Угу. Показывай. Было? Было. У всех, наверное, было. Угу. Иногда кто-нибудь не хочет когда-нибудь. Угу. Ну, вообще Вика любит школу, да? Да. А ты любишь школу, Кристина? Ну, когда-то я не иду в школу, потому что мне плохо. Ну, только да, если болезнь бывает. А я один раз не шла в школу. Да. Один раз не шла. Несколько раз не ходила. Когда мама в больнице была, когда Алиса родилась. Когда вам плохо было один раз. И когда... когда у мамы бензин в машинке кончился, да? Да. Да. Так. Номер два. Бесили ли вы когда-нибудь учителя? Учитель на вас когда-нибудь злился? Злилась на вас учительница когда-нибудь? Нет. Вы делали что-нибудь плохое, так чтобы учительница злилась? Нет, не было? Было? Было, Кристина? Нет, так показывай, не было. У меня не было. Красное это не было. Мы хорошие девочки. А вот мама, когда была в школе, мама была не очень хорошая девочка. Она часто бесила учителей. Почему? Не знаю. Как? Плохо себя вела. Вредничала. Как? Не хотела ничего делать. Не слушалась. Разговаривала с подружками на уроке. Учительница на меня ругалась. Так нельзя себя вести. Плохо, да? Я так не делала. Правильно. Дальше. Номер три. Было ли когда-нибудь, что хотели вернуться или жить в России? Ну, это, наверное, ко мне вопрос, потому что вы родились в Америке, да? Я хотела много раз вернуться. У меня было. Было? Было. У Кристины не было. Ты не хотела вернуться в Россию никогда? Ты же не все время говоришь, что ты по Олесе скучаешь. На. Было. Вот так? Ну, вот так. Да. Нет. Так? Вот так, верни, да. Вот так, было. Но девчонки родились в Америке, но они были в России. Мы там были очень долго один раз. И у нас там много друзей, поэтому мы иногда скучаем, хотим вернуться. Олеся. Я почти сказала Алиса. А я много раз хотела вернуться, да, и много раз ездила обратно. Но я здесь уже очень давно живу, 25 лет, и мы как-то так уже привыкли, что... Ну, как-то так. Ну, надеемся, что еще поедем. Вот, номер 4. Были ли вы когда-нибудь в Париже? Вика, вы были в аэропорту в Париже, так мама, что... Мама, я так. Да. Ну, я не знаю, если это считается или нет, они были в Париже в аэропорту. А я была в самом городе пару раз. Но у меня есть очень интересная история про Париж в аэропорту. Ты помнишь, что случилось? Не говори. А, я знаю. Что случилось? Я потерялась. Да, когда Вике было 3 годика, а Кристине было 1,5, мы ехали из России, из Питера обратно в Америку. Я потерялась. И Вика в аэропорту от меня убежала в Париже. Куда убежала? А не знаю, побежала куда-то. Ее искали. Наверное, в площадку. Ну, мы были на площадке, а ты с площадки убежала в терминале. И мне пришлось позвать полицию, и Вику искали по всему терминалу, минут 20, наверное. Мама уже плакала.
Думала, ты улетела куда-то от меня на другом самолетике. А когда я нашли, ее вели за ручку, и она смеялась. Ей было смешно. Почему ты смеялась? Она маленькая была еще. А номер 5 это просто вопрос. Тут не ответить никак было или не было. Но кто-то спросил, как мы решили стать блогерами и что для этого надо. Ну, мы как-то особо не решали, просто начали снимать видео сначала для семьи, для друзей, а потом потихоньку как-то так развили канал. Но для этого особо много не надо. Нужен компьютер, нужна камера и желание сниматься на видео, снимать все подряд и монтировать видео. Давай и выкладывать просто их вот это. В интернет, да. Ну, было, что было. Не знаю, что было. Так, дальше. Было ли такое, что Вика ревновала Кристину к маме или к папе? Было? Не было? Не было. Разногласия. Кристина, не было. Ну, она думает, что было. Когда было такое? Помнишь такое, да? Помнишь такое? А что, что показываешь, было? Ты понимаешь вопрос вообще? Вика ревновала Кристину к маме или к папе? Нет! Нет? Окей. Ладно. Поехали дальше. А это по-украински девочка написала вопрос. Нам некоторые девочки пишут по-украински. Потому что они... Они в Украине живут, да. Но мне очень нравится, что вы пишете. Мне нравится смотреть, пойму я или нет. И чаще всего я все понимаю. В общем-то, поэтому продолжайте. Девочка пишет. Было такое, что мама и тата давали больше увагу Алисе, а девчата ревновали, что им не дают увагу, а Алисе дают. Поняла? Что это? А, было ли такое, что мама или папа давали больше внимания Алисе, а вы ревновали, потому что вам не дают внимания, а Алисе дают? Было? Ну, конечно, Алисе сейчас... А ты как думаешь, было такое? Было или не было? Наверное, было. Но, к сожалению, было. Я не успеваю всем давать так много внимания, как раньше, потому что Алисе бывает, что очень часто нужно внимание, да? Ей нужно покормить, ей нужно поменять, ей нужно положить спать. Ей нужно соску надо. Да, и так получается иногда. Ну, вы же знаете, что я вас люблю, да? Да. Вы мои любимые все. Так, дальше. Было или не было, что вы вышли на улицу в домашних тапочках? Домашних. Мы вообще по дому ходим без тапочек, в носках обычно. У нас это! Или босиком. У нас но нет. Но я выхожу из дома, да, бывает, в тапочках, ну как бы недалеко. Просто у меня так в машине или... У меня нету. У тебя у нее не было, да. А ты выходила в тапочках? Да? К машине или мусор выкинуть. Но не было такого, чтобы я просто забыла и поехала куда-то в тапочках. Такого не было. Было ли такое, что мы сняли видео, а ничего не записалось? К счастью, такого не было вроде. У меня было такое, что я забывала... Да, не было. Было такое, что я забывала карточку дома и не могла ничего снять. И один раз мы подумали, что ничего не снялось на новой камере. Но там просто папка была... Нужно было поискать, короче, в компьютере. Посмотри, что Вика сняла. Так. Было или не было? Было или не было, что Вика и Кристина ссорились и не разговаривали целый день? Целый день. Целый день, чтобы не разговаривали. Было такое? Я такого не помню. Было, было, было. Не было, не было. Не было. Ссорились было, но чтобы они не разговаривали целый день, такого не было. Нет. Конечно, нет. Было ли такое, что вы просыпали школу? У вас не было такого? Когда просыпались? Чтобы проспали школу и не пошли. А, не было, конечно. Наши родители... Я не помню, может быть, и было такое в детстве. Мама, да. Нет. Наши... Ты всегда... Ты и папа всегда нас просыпаешь. Будет. У меня было, что я почти проспала, но просто я быстренько собралась, и мы успели. Так.
Было ли такое, что вы спотыкались на ровном месте? Что? Что ты спотыкалась на ровном месте, идешь и спотыкаешься. Конечно, мне кажется, это уже это у всех, наверное, было. Это у всех было. Конечно. Было ли такое, что вы шли на какое-то важное мероприятие или уезжали в путешествие и забывали важную вещь? Я думаю, это тоже у всех, наверное, было. Я сейчас не могу вспомнить, какую вещь, но я знаю, что точно чего-нибудь забыла. Да, да. То ли зарядку от телефона, то ли еще чего-нибудь. То ну, точно забывали. Точно. Было ли такое, что Кристина и Вика ссорились из-за Алисы? Было. Они сначала, особенно когда только Алису принесли домой, они постоянно ссорились, кто ее покормит, кто ей соску даст, кто ее поддержит. Было, было, было. Зачем? Почему было? Ну, я не знаю, потому что вы ругались, кто первый ее поддержит, кто ее покормит. Я помню такое. Что она... Было ли в вашей семье такое, что кто-то сделал что-то плохое и не признался в этом, сделал вид, будто это не он? Да. Не буду показывать пальцем, кто это делает очень часто. Алисик, не плачь. Не плачь. Мы с тобой. Но Кристина у нас очень любит придумывать, да? Да. И я когда-то. Вот нельзя делать. Окей. Нужно всегда говорить правду маме. Я когда-то тоже такое делаю. А лучше не надо. Ну, я когда-то, не сейчас. Как один раз Вика меня ударила, и Вика говорила нет. Лучше так тоже не делать. Лучше вообще сестренкам не драться, потому что вы сестренки. Вы должны любить друг друга. У меня айпада вообще больше нету. Она не делится. Окей, давайте сейчас поругаемся еще. Нет. Окей, давай дальше, да? Окей. Так, было ли такое, что кто-то из девочек сильно обижался на маму? На маму обижались? Нет? Да ладно, мне кажется, было. Ну, не знаю, сильно или нет, но я знаю, Вика точно обижается иногда. И Кристина тоже обижается. Кристина вообще обидчивая не было? Нет. Ты на маму не обижаешься никогда? Тима, да, обижается. Обижаешься иногда, я знаю. Нет. Итак, еще два вопросика осталось. Было ли такое, что кто-то из девочек ревновал папу к маме? Я думаю, нет, наверное. Нет. Конечно, нет. Алиса тоже хотела участвовать в видео. Без нее никак. Никак. Конечно. Так. Последний вопрос. Было ли такое, что Вика хотела что-то сделать одна сама, а Кристина ей мешала? И вы из-за этого ссорились? Было. Я тоже думаю, что было. Кся, было. Итак, что у нас больше всего вышло, наверное, было, да? Было. Все бывает, короче, у нас в семье. Да, все бывает. Почти. И было, и не было. И было, и не было. А что такое? Ира тут! Ну и все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И колокольчик. Нажимайте на колокольчик и смотрите розыгрыш, который будет в понедельник. И на красную кнопку. Да. И теперь к ним приехала бабушка, поэтому все очень радуются и уже бегут встречать. Пока-пока. Пока-пока. До скорой встречи. Stay happy. Оставайтесь счастливыми и здоровыми.